Всем привет, это опять я, Санек. Сейчас мы находимся на озере Балтым. Это моя основная работа здесь находится. Это база отдыха «Лесная сказка». Вот сзади смотрите, меня должно быть. Да, мы на берегу. Но сегодня 15 июня. Мы только начинаем работу с пляжем, потому что холодно у нас еще пока. Но уже обещают тепло, так что мы готовим, то есть берег. Чистим берег. Вот мусору сколько это прибило с того берега. У нас роза ветров всегда находится с той стороны, с севера. И ветер всегда к нам все прибивает, все эти балки, мусор. Пирс у нас был на той стороне, но... порядок наводим сегодня. И я вас еще сейчас проведусь по базе отдыха, покажу вам, что здесь у нас есть. Так, ну, база отдыха очень большая. У нас шатры здесь находятся, вернее, беседки. По берегу можно, если люди отдыхающие гуляют. Сегодня четверг, ну, обычно начинается в пятницу, гуляют. То есть вот парни работают, тоже ходят. Парни, привет! Я засниму, работяги мои. Вот. Ну, на все темы у нас здесь как бы северный вот вариант есть. Фиг вам называется. Вот такой шатер здесь снимают. Как бы красивенько. Там еще дальше он, за этим еще идет стройка. Там, ну, туда не пойдем. Будем здесь сейчас прогуляемся. Ну, то есть траву здесь косили у нас. Листья убирали мы здесь 4 дня. Вывозили мусор, прям весь лес вычистили, травили от клещей, здесь убирались. Ну, то есть порядочек навели, то есть видно даже, да, что вот здесь трава скошена, и вот там дальше мы расширяем, еще база у нас будет, как бы отдыха, порядочек приводим. Вот мы сейчас на окраине находимся, то есть вот даже... туалет у нас, все культурно здесь, все сделано. Есть вот такие знаки у нас, туалет, пляж, то есть не заблудитесь. Вот. Вот. В тему еще шалашей, допустим, такая тематика есть. Вот домик бобра, видите, даже. Ну, можете приезжать отдыхать, все здесь культурненько, место есть. Дальше вот еще один домик. Сейчас мы, ну, база очень большая. Сейчас мы, я тут с краю пройду, там вот беседка стоит, и вот рядышком детский такой этот самый развлекательный такой, качельки, да, все такое. Сейчас мы пойдем на тропу, это не по тропе пошел. Там у нас вот эта баня, маленькая баня. Тут побольше за деревьями баня. Два финских домика. Вот этот и вон там еще где-то есть. Ну, в камеру плохо видно. В общем, вот такие у нас как бы здесь. Место довольно-таки как бы красивое. Вот у нас уже гуляют отдыхающие тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что, ребята, сегодня вот интересно еще, но у нас на Урале это вот дрова так складывают. Это вот, ну, дрова, как бы, как сказать, дровнички, что ли. Вот.
приготавливают. Это у нас фотозона здесь. Такая вот небольшая. Ну, дорабатывается потихонечку. Эти избушечки, тут дети фотографируются. Здесь такой вот. Ну, потихоньку строим, делаем. Вот избушка. Вот. Видите. Можно даже сел, посидел, себя чик, селфи сделал, так, чик, красивенько, вот. Еще у нас, ну там дальше у нас стояночка, туда дальше я не пойду там. Вот здесь есть у нас, вот, еще зверюшки, вот такие, мы сейчас в обратный. Ну, как бы это уже центральный вход. Мы сейчас, получается, дошли до центрального входа. Вот, видите, фотозона. Все, и вот тут мы пошли, допустим. Как приехали, мы должны вот отсюда, допустим, прийти. Вот. Ну, что, ну красиво. Что делать? Вот тут у нас еще есть городские с города проживают. Северные олени, ребят. Вот у нас вывеска есть. Сегодня закрыто здесь. Блин. А пройти, посмотреть. Пройти, посмотреть. Закрыто, наверное. Я бы сейчас на замочке там все. Видите, график работы. Питомник. Здесь дети делают всякие поделки, целый заборчик. У нас это база отдыха, так еще идет, идет, идет. Тут просто беседочки можно, ну, отдыхать, да че вот. Там сейчас мы дойдем до пляжа. Олени, он там дальше, ну, тут не видно. Ну, строим. Потихоньку строим. Вот. Еще мы. Зимой здесь у нас ледовый автодром. Ну, здесь вот можно пейнтболт у нас есть. Пройдем, посмотрим. Ну, то есть команду делайте, две команды. Приезжайте, заказывайте. Можно побегать, пострелять. Но адреналину, конечно, много получается. Так что пригоняйте, будем стреляться. Я тут, правда, не всегда бываю. Вот. Но тем не менее. То есть вот все тут в рабочем состоянии. Сейчас мы зайдем сюда. Все, видите, есть преграды, есть за что спрятаться. Стреляли, видите, тут уже все в красках обстреляно. Вот, пацаны бегают, вон даже машина есть, тачанка есть, еще преграды. Ну, в принципе, вы все равно, я думаю, понимаете, что адреналину можно здесь две команды сделать и побегать, пострелять. Вот. Ну, как бы еще... Как бы еще вам что рассказать-то? Что народу бывает, выходные вообще здесь не протолкнуться. То есть стоянки расширяем, расширяем, все делаем. Фестиваль, фест проходил здесь. Вон директор идет, Максим Евгеньевич. Ну и не знаю. Вот.
такой простой парень. Это вот директор этой базы, Максим Евгеньевич. Максим Евгеньевич, здорово. Я тут можно играем у тебя... видеоблогера, да? Да, я тут снимаю, выставляю. Знаешь, что этим люди вообще зарабатывают там, причем вообще серьезные бабки? Ну, я вот не зарабатываю, да. не дано в этом. Москва не сразу строилась. Ну, может быть, там что-то и получится. Я сейчас еще пройдусь и как раз приду к этому, и они там уже грузят. Мы второй рейс туда сделаем. Доски. Надо было белую одеть, штаны и... Чтобы было клещей видно? Да. Вот мы же травили раз... тут, я тут парням мы травили, но энтомолога ждем. Ага. Пока энтомолог едет, ты бы раз такой по лесу. На тебе потом... Как на испытателе, да? Посчитали бы. Есть, нет вообще. Не, она же ходит вся в белом и с такой в марле. Просто по травке возят, ищет клещей. Ну вот. То есть вы нифига не работаете, да? Нет, я, меня грузят. Я тебе? Работаю, да. Ну, трактор грузят, я, а я сейчас... показываю, чтобы сюда приезжать. Я тебя сейчас гружу. Вот тебя, кроме меня, никто не грузит. Видишь, доски там. Куда вы их возите? Гремят. Вон за этот, за где парни живут. Видишь, площадочку-то классную, да, придумали? Да, ну теперь надо эти валы убирать. Надо вот сейчас вот в ту сторону вот так расширять. Нет, уже валы там... убирать. Валы убрать, я говорю, расширять, все, у нас пойдет нормально. Нет, их надо разровнять, не было. Ну, некрасиво в глаза бросают. Ты можешь этот пост ледового автодрома на погрузчике перевести или тебе трактор? Нет, трактор там шаровая, да, у меня на тракторе. Ну, я приеду, я за это сам. На днях сделай. Вот. А где ты хотел сверлить сегодня еще? Мы же этот бар-то пляжный строим. Ага. Вот прям вот где корни убирали, где сейчас. Вот прям. А, ну. Там надо 4 дырки и, наверное, еще 4. Короче, 2 раза по 4. По периметру, короче. Чуть не у нас бар будет открытый. Внутри 2 на 2 квадратика. На нем будет эта крыша перголы из ткани. То есть как бы ты подходишь к бару, как полагается на югах, там нет никаких столбов, то есть это абсолютно открытая, продуваемая, там просматриваемая постройка. То есть в середине 2 на 2 квадратик, сверху пергола, по перголе тканевая белоснежная крыша, и бар он просто на песке получается. Сама барная стойка просто тупо на песке, никаких столбов нет. И А4 столбика еще, это вот как раз под хозяйственный пристрой, но он у них будет сзади, где у них там всякие эти причиндалы, поварешки там, ножи, топоры, наркотики и так далее. Ну вот это лишнее. Ну ладно, я пойду еще покажу базу отдыха и потом давай. Водолазы у нас завтра будут, да? Воскресенье. Хотел их тоже здесь. Воскресенье? Воскресенье. Так, ну если что, наберешь меня, я приеду за поснимать как. Что там достанут из воды. Мне будет трудно тебя набрать из-под воды. Ладно, понял. Ты тоже будешь, что ли? Не, ну это клуб этих дайвинг. Мы к ним ездили в Полевское. Они тренировались перед летним сезоном в бассейне. Угу. Вот. И мы съездили один раз, так познакомились и что-то. Ну все, в общем, как соберешься. Погнали чистить. И, естественно, мы тоже с Сашей одеваем костюмы. Маякнешь, я приеду. И будем с аквалангами на глубине по пузу. Ходить. Чего-то там, да. У меня уши закладывает, я в бассейне глубже, чем на 3 метра, не знаю, что у меня с ушами. Они там говорят, ты продувайся, я там сижу на дне бассейна, там, продувайся. Минут 15, там, ну, продуваюсь. Они мне там же знаками, там, ну, я говорю, еще нет. Там, они поплавают, там, опять на меня, ну, реально, как дебил, сидишь на дне бассейна. Говорят, вот пока не продуешься, я типа, привыкай. Я там сидел на этом дне, там, метров, не помню, там, 3, 4 или 5. Они там плавают такие сверху, все смотришь, и они там оттуда, ну чё? Я там, ты сейчас чё, куда? В офис. Ну ладно, я про это мужикам отвезу. Ребят, давай работать. Всё, понял. Хорошо. Видите, как меня быстро загрузили работой. Вот. Я
агрегаты. Это я с прицепом приезжаю, беру все агрегаты с собой. Видите, тут надо сверлить, поддоны таскать с чалочками. Вот это мой вагон, который я видел в России. Кто, может быть, помнит. Немножко изменили его, сделали крышу. Это у нас сторожевой пост. Ледовый автодром, это зимой у нас здесь висит веревочка. Машина заезжает туда на воду. Клейка здесь. Вот эти. Круто было. А здесь даже вам, видите, добро пожаловать. А знак вот такой. То есть разрешено 300 км в час. Понять по льду можно вообще улет. Ну а тут вот тоже есть вон фигвам. Вот отдыхающие уже потихоньку отдыхают. Такие вот зоны небольшие. Заходишь, отдыхаешь, сидишь. Вот. Проводят свадьбы. Вот тут мне надо дырок насверлить. Видите, разметочку уже парни сделали. Тут будет бар, доски приготовили. Раздевалочки вот такие вот. Наши дети разрисовывали здесь. То есть мы детей приглашали, делали праздник тут тортами. Нас руководство угощало там мороженым. Дети наши вот разрисовывали вот эти. Вот. Здесь вот сено. Кто в Сельском живет, знает, что такое рулончик сена. Вот. Ну, здесь шатры такие мы еще на берегу. Сейчас увидим. Вот здесь у нас дети бегали, прыгали. Тут и свадьбы проводят. Вот еще раздевалочка, видите, наши дети рисовали как. Вот. Тут у нас вот недавно вот береза была, видите, и упала прям на угол и завалила. Вот. Ну, сам бар выдержал. Второй этаж уже парни восстановили. Еще одно где-то дерево там. Ну, деревья падают, но сейчас уже приехали.